цветы начинают постепенно пробиваться, расти. А они могли бы сказать: вы нас не там посадили, где надо. Но они этого не скажут. А если бы могли сказать, наверное, сказали бы: спасибо, что вы вообще дали нам возможность вырасти. Вот так и нам в жизни нужно. Если мы не растем там, где мы хотим, не живем там, где мы хотим, в той стране, в городе, но нужно говорить: слава Богу, что я вообще живу, и что у меня есть возможность развиваться, цвести, расти. Это позитивно. Прокачивайте тему. Сегодня 30 апреля 2014 год. С вами мистер Тонус. Удачи и Бог в помощь.